Следующую часть смотрите на канале Димаса. Рекомендую подписаться, ссылка в описании. Димас, привет. Судьба всех людей зависит только от тебя. Если ты пройдешь все эти испытания, то люди будут живы. Если же ты хоть одно из них зафейлишь, то умрешь не только ты, но и все человечество. Желаю тебе удачи. И желаю тебе, конечно же, смерти. Ух ты, а я вижу, что ты играешь не первый раз. Довольно-таки неплохо, Димас, потому что я думал, что ты вообще не умеешь играть. Но сзади от тебя есть еще лазер, который тебя убьет, и я надеюсь, что ты умрешь. И все люди будут мертвы. Ох-хо-хо-хо-хо. Ой-ой, не спеши так, ты куда? Ничего себе, такого поворота событий никто не ожидал. Димас, это что такое? Все вышло из-под контроля. Так, все нормально. Весь мир обратно в руках у Кента. Ну вот, на следующем испытании ты точно умрешь. Поэтому желаю тебе как можно скорее откинуться. Не может быть, Димас, что ты делаешь? Остановись. Немощь. О нет, только не это, нет, нет, спасите меня. Все, я не буду больше убивать людей. Димас, пощади меня. Все зависит только от тебя, пожалуйста. Ты хотел меня убить? Сейчас нет. Прости, я пошутил. Это всего лишь игра. Димас, не надо. Ну ладно, хочешь боя? Тогда я лучше умру сам. Димас, привет. Я тебя приветствую на ряде испытаний. Если ты их пройдешь, ты спасешь человечество. Судьба всех людей зависит. Все, погнали, сейчас будет начало, давай. Так, давай, насчет три говорим. Как тебя зовут, подожди. Дима меня зовут. Дмитрий, привет. Прямо сейчас от тебя зависит судьба человечества. От твоих рук зависит, останется ли человечество в живых или все умрут. Тебе необходимо пройти все испытания. И если ты их пройдешь, ты останешься живым. Если же нет, ты умрешь, а также умрут все люди. Ну что? Также сзади тебя есть лазер, который тебя будет убивать. И он сильнее, чем ты. Все-таки я добрый босс. Блин, чувак. Ну ты можешь просто, не знаю, подождать, пока я включу, потом пробежать.